Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить донаты. В общем, вкусные воздушные американские пончики. Для этого вы должны подписаться на мой канал и поставить лайк на этим видео. Подписались? Тогда погнали! Все нужные ингредиенты я оставлю в описании видео. Для начала сделаем опару. Это очень просто. Сухие дрожжи, теплая вода. Сахар, все перемешиваем и оставим на 5 минут. Я заранее добавляла сахар в теплое молоко, чтобы сахар хорошо растворился. Туда же добавляем растопленного сливочного масла и добавляем растительного масла по 100 мл. Теперь добавляем 2 яйца. Яйца должны быть не холодными. Заранее надо достать из холодильника. Потом добавляем муки. Потихонечку. Добавляем нашу опару и ванилин. Теперь начинаем замешивать наше тесто. Тесто не должно липнуть к рукам. Оно должно быть мягким и однородным. Такое крутое тесто мы с вами замешивали. Вот. Посмотрите, как хорошо подошло тесто. Какое оно нежное и пушистое. Теперь его нужно отнять. Один раз. Вот так. Теперь раскатываем тесто. Толщина теста должна быть до 1 сантиметра. С помощью стакана или пиалушки вырезаем кружочки. В середине кружков вырезаем с помощью пластиковой крышки. Вырезанные пончики оставляем на 20-30 минут, чтобы они удвоились в объеме. Прошло 30 минут. Я начала обжарить наши пончики. Можно сразу 4-5 штук положить в масло. Но учитывайте, что пончик сильно увеличит в размере во время жарки. Кстати, я забыла сказать, пончики жарятся на маленьком огне. Жарим пончики по 2-3 минуты с двух сторон. Красивого золотого цвета. Поступило время оформления. Берем варенье, смачиваем и присыпаем шоколадку. Можно украсить глазуром, шоколадом. Это у меня самый ленивый и простой способ. Вот так. Все. Вот такие пончики у нас получились. Красивенькие, румяненькие, золотистые. Обязательно приготовьте, попробуйте и оставайтесь у меня в канале. Всем спасибо за просмотр. До новой встречи. Пока-пока.